Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем тем героям, имена которых мы знаем и не знаем, но все те люди, которые отдали за нашу с вами свободу жизни. И вот на днях состоялся телефонный разговор Светланы Тихановской, народного президента Беларуси, с уходящим на пенсию канцлером Германии Ангелой Меркель. И вот я хочу сказать, насколько Светлана Тихановская умная женщина, просто тот человек. Она общалась достойно с Ангелой Меркель, которая всю жизнь в политике, которая, как говорится, зубы съела на политике. И я должен отдать должное Светлане Тихановской, которая умничка, так держать, и пусть все будет хорошо. Причем Ангела Меркель начала свой разговор с того, что я знаю, что вы были недовольны моим звонком Александру Лукашенко. Вы вдумайтесь, такой человек большой, как Ангела Меркель, знает суть и мнение народного президента Беларуси Тихановского. Это о многом говорит. Пусть у Светланы все получается, ее борьба очень важна тоже. Живе Беларусь, братья и сестры! И пусть хранит нас Господь Бог от тех злых козней, которые плетут на нас Лукашенко и Путин. Берегите себя!